Ад кромешный. Фрэнк! Фрэнк! А? Я говорю, там ад кромешный. Томми, ну может человек вздремнуть маленько, чтобы ты не трепался по духам. Думаешь, мы их сделаем? Да-да, все-таки будет, малыш. Сделаем, еще как сделаем. Отдыхайте, ребята. На рассвете будем двигаться. Утро доброе, майор. Части 1-й и 12-й танковой дивизии СС при поддержке полевой дивизии Люфтваффе обустроили оборонительные позиции по всему Кану. Похоже, что наши бомбы заставили фрицев лучше окопаться. Без боя Кан не падет. Третий батальон войдет в Кан и ликвидирует все позиции оси. Сражение будет нелегким. За Кан нам придется дорого заплатить. Скажите лейтенанту Теннону с ротой устроить оперативную базу в развалинах замка. Штурм Кана мы начнем отсюда. По левому флангу нас будет поддерживать рота Б. Присматривайте за ней. Оборудование улучшено. Посмотрим, как это фрицам понравится. Бейли, собери своих и защити область. Вперед! Быстро поставим там опору. Держите, офицер! Говорите! Готов! Ликвидирована боевая единица врага. Вражеская пехота уничтожена! Хорошо, сделаем. О, да. Вот это готовы нам как раз и нужно. Движемся туда. Готовьтесь, парни. Выдвигаюсь к цели. Приказ. Стюарт, слушай, движемся в указанном направлении. Парни, автомат по делу! Штаб на моей позиции! Хорошо сработано, третий батальон. Перегруппироваться. Надо взять город, не сбавляя оборотов. Так, хватайте пушку. Гранатометный расчет готов. Так, всем ждать приказа. Наш обстрел превратил там все в то еще кровавое месиво. Фрицы забились по щелям, словно крысы. Разведка докладывает, что весь район кишит снайперами, пулеметами и укрытыми расчетами. Там будет мясорубка. Пока мы не обнаружим позиции оси, войти в Кан будет не так-то просто. Пусть батальон проведет в районе разведку боем. Наша цель — нейтрализовать основные оборонительные позиции и занять вот эти точки. Как только все будет готово, вызывайте истребители-бомбардировщики и вгоняйте фрицев в каменный век. До тех пор мы не можем рисковать танками королевских драгун. Такое вот кровавое утречко. Разведка местности. Разведка докладывает, что вражеские отряды разрознены, но к бою готовы. Развернуть гаубицы, обеспечить прикрытие, стрелять по необходимости.
пулемет. Так, под обстрелом! Бойцы к орудию! Сержанты докладывают о ликвидации немецкой цели. Быстрее, твою мать, двигай! Канал свободен, говорите. Солдаты в зоне действий. К выходу готовы. Всегда хотел такую штуковину. Разведывательная бронетехника слушает. Выдвигается. Подходим к указанному району. Выезжаем, сэр. Давайте, отправляйте свое сообщение. Да, сэр. О, да. Люди вот готовы. Это нам как раз и нужно. Ждем приказаний. Полный газ! Да, мы вас слышим. Куда прикажете? Батальон приказывает покинуть район. Шагом марш! Отправляйте вас. Всегда хотел такую штуковину. Все готовы, ждем только вас. Ребята, нам надо вон туда. Водитель, трогай! Направляемся вон туда. Разведывательная бронетехника слушает. Противотанковая артиллерия! Понял! Выдвигаемся! Да, мы направляемся туда. Давай сюда, стюартов! Немецкой цели. Нас атакуют! Ну, приказом, держать позицию! Стюарт готов! Быстрее туда! Захватить позиции! Пули, я сказал! Пошевеливаемся! Это уничтожена приказ! Боевая единица врага! Бой готовы! Выходим с орудием! Готовы, ждем приказаний! Ребята готовы, рвутся в бой! Похоже, нам предстоит долгий путь! Мушки на макушке! Жду приказов! Дуйте укрытие! Слушаем! Саперы готовы выступить. Устанавливаем гаубицу. Выходим с орудием. Минометный расчет готов. Понял. Выдвигаемся. Да, сэр. Подвигаемся под прикрытием прямо к цели. Да. Вот это нам как раз и нужно.
машина ждет дальнейших указаний. Давайте, отправляйте свое сообщение. Вперед! О, да. Цель захвачена. Вот это готов нам как бой раз и нужно. Берите орудие. Мы выходим. Берите орудие. Экипаж ждет приказаний. Направляемся вон туда, сэр. Водитель, трогай. Движемся туда. Серьезные потери. Им срочно нужна помощь. Все в пути, парни. Держитесь! КП готов к сражению. Подходим к указанному району. Да, мы направляемся туда. Прицелились! Стреляем! Ребята готовы рвутся. Прямое попадание! Была уничтожена немецкая машина. Готовы заняться делом? Что прикажете? Фланг надо удержать. Отправь туда своих. Дегнан, мигом вывести боевые группы и захватить цели. Всем слушать, выходим на марш-бросок. Всегда хотел такую штуковину. Что, приказание? Водитель, трогай! Эту точку надо взять. Немецкая цель уничтожена. Не отходи далеко друг от друга, а то фрицы строй порвут. Выходим с орудием. Быстрее!
Так, парни, капитану нужна та позиция. Ну что, ребята, давайте в указанном направлении. Готов к выходу. Танк выдвигается. Готов к выходу. Выдвигаемся. Цель захвачена. Готов к бою. Идите сюда и помогите мне. Выступаем, сэр. Полевой штаб поддержки приведен в готовность. Выступаем, сэр. Ждем приказаний. Будет чем заняться. Фланг надо удержать. Отправь туда своих. Разведывательная бронетехника служит. Выезжаем, сэр. Да, мы направляемся туда. Ребята, нам надо вон туда. Группа. Парни, в укрытие. Я готов. За меня не беспокойтесь. Готовьтесь, парни. О, скажи, когда. Пикерс выдвигается. О, скажи, когда. Вас понял. Начинаю ремонт. Командиры теперь смогут запрашивать артподдержку. Дали сектор в вашу мать! Так, всем ждать приказа. Понял. Выдвигаемся. Сделаю. Уже в пути. Так, точно. Выдвигаемся. Развернуть здесь укрепленный командный пункт. Бегом! Дикий, вперед! Берите орудие, мы выходим. Танк отремонтирован. Ребята готовы рваться в бой. Проверим, не перебьем ли мы друг друга, если что. Что такое? Направляемся вон туда, сэр. Одна нога здесь, другая там. Вас понял, ребята. Спасибо за помощь. Разведслужба докладывает об отступлении немцев. Да, туго нам с ними пришлось. Мы в распоряжении 3-го батальона. Гоним подонков из Кана, ребята. Эту точку надо взять. Я готов. Точку вижу. Выступаем. Выходу готовы. Проверим, не перебьем ли мы друг друга, если что. Саперы выдвигаются. Парни, в укрытие.
Точку вижу. Выступаем. Отправляйте ваше сообщение. Укрепленный командный пункт готов. Заводи! Вот так. Район захвачен. Чертовски здорово. Танк выдвигается. Пошевеливаемся! Делаю. Уже в пути. Готов к выходу. Посмотрим, как это понравится фрицам. Сближаемся! Гранатометы на плечо и пыли! Танк над обстрелом! Эту точку надо взять! Нам тут пехота с танками нужна! Черт вас дери! Стер, слушай, движемся в указанном направлении! Парни, это вы! Пошли! Диверсанты докладывают о ликвидации немецкой цели. Подстрахованный газ! Ребята, нам надо вон туда. Подходим к указанному району. Направляемся вон туда, сэр. Мы теперь можем применять по врагу огневой вал. Нас обстреливают!
докладывают о ликвидации немецкой цели. Берите орудие. Прямое попадание! Убираемся отсюда! Парни готовы разобраться с фрицами. Пошли, ребята, окружить цель и захватить район. Слушаем. Ушки на макушке. О, да. Вот это нам как раз и нужно. Укрытие, укрытие! Отряд захватил точку. Объект захвачен. Так держать. Водитель, трогай. Подходим к указанному району. Ликвидации немецкой цели. Идите вперед. Вас понял, вижу цель. Они нас прижали, уходим. Продвигаемся. Не снимай цель, ребята.
Капитану нужна та позиция. Поехали. Прямое попадание. Убираемся отсюда. Сэр. Всем быть начеку. Наверняка нарвемся на фрицев. Выходу готовы. Тегнан, мигом вывести боевые группы и захватить цели. Следить за фронтом и оборонять объекты. Связисты вас поняли. Говорите, сводите. Сержанты докладывают о ликвидации немецкой цели. Ракеты! Нас зажали! К орудиям доставили усиленные заряды. Докладывают о ликвидации немецких. У них не бельверферы! Отыскать их! Мы готовы! Отлично! Небельверферы! Отследили откуда? Устроили бы им бомбежку! Дейбл, Цельс! Усиленный фугасный огонь! Атакуем всей нашей!
единица врага. Расчеты теперь могут вести наблюдение. Ракеты! Видно откуда? Ликвидации немецкой цели. Куда прикажете? О, да. Вот это нам как раз и нужно. Ропа! Выдвигаемся. Жду выдвижения. Займитесь оборудованием, парни. Прикажи своим стрелять кучнее! Орудие готово. Эйбл, цельсь! Усиленный фугасный огонь! Сержанты докладывают о ликвидации немецкой цели. Ликвидирована немецкая цель. Разобрались. Ведем бой. Отправляйте ваше сообщение. Патруль готов. Держите гранатомет на готове. За мной. Выдвигаюсь к боеприпасам. Своих на точку! Нас атакуют! Дегнан, следить за правдой и отбирать объекты! Конечную цель. Офигительный выстрел.
сопротивляться. Мы нужны командиру. Выдвигаемся к складу ПСМ. Ладно, ребята. Заводи. Нас атакуют. Тег нам следить за фронтом и оборонять объекты. Жду дальнейших распоряжений. Делайте что-нибудь, не так все уж наших положили! Захватить позиции! Пули, я сказал, пошевеливаемся! Прямое попадание. Цель уничтожена. Третий батальон получил доступ к самоходным артиллерийским установкам. Люди готовы! Начали уничтожить, сволочи! Отряд готов. Выдвигаемся на точку. Капрал Эллиот, ты поведешь. Выдвигаюсь к цели. Отряд готов. Сообщить вниз по линии. Позаботиться о раненых. Перегруппировка войск. Битва за кан только началась. Артиллеристы подтвердили, что могут вести контрбатарейный огонь. Как только ВВС наши летают. Решение в большинстве.